Некоторое время назад, друзья, четко осознал, что мне многим уже не быть, мне многим уже не стать, и мне многого уже не достичь. И было время, когда вот на такие вещи, когда вот их понимаешь, впадаешь в какой-то депресняк, в какое-то такое плохое чувство возникает, смотришь вокруг, у кого-то лучше там получается что-то, кому-то что-то больше дается. Но я стал на это смотреть с другой точки зрения. Да, не быть, да, не стать, да, не будет, да, у кого-то лучше. Но знаете, самое прикольное в том, что пусть этого и не будет, но главное, я пока есть, я пока буду. И имею возможность себя обслуживать, ходить, смотреть и радоваться. Вот это, мне кажется, самое главное.